Активисты объединения казахских студентов в Китае в честь 550-летия казахского ханства, начиная с апреля месяца, исполнили танец «Қара жорға» в 24 провинциях Поднебесной. В акции приняли участие около 3000 молодых людей. Так они решили внести свой вклад в празднование важного события в истории страны, говорит активист объединения студентов Жигер Кабенулы.